Здравствуйте, здравствуйте. Я извиняюсь, я сегодня немножко это с временем тут у меня. Извиняюсь, что опоздал. Нормально, нормально. Все нормально, хорошо. Нормально, все хорошо. Да, я себя да. Единственное, что слушаю сильно вас, слушаю. Слушаю вас внимательно. Это мы сейчас вас будем внимательно слушать, Стив, потому что что у вас, what happening, что происходит в США, почему с таким трудом избирали всеми, наверное, теперь в будущем любимого Кевина Маккартни? 15 раундов голосования было, вот, чтобы он стал спикером Палаты представителей Конгресса США. Значит, правые республиканцы почему-то не хотели его принимать. И поговаривают, что там на самом деле был, ну, подписан определенный договор, ну, так заявляет СМИ. И в этом договоре он рассказывает о том, что, значит, он обещает не повышать госдолг. И это на самом деле большой вопрос, потому что, ну, система, существующая экономическая модель, она как бы требует определенных вливаний. И также говорят о том, что сократят на 75 миллиардов бюджет армии. Насколько это реально? Почему его не пускали? И вообще, как он, как человек? Это же республиканец. Ну, мы так с тобой интересно сидим, ты выше, я ниже, как-то мы не попали с тобой в одну линию. Ну, во-первых, не надо. Республиканец республиканцу рознь, ты же понимаешь, да? Вот, и вот этот спикер Пол, он вообще странный товарищ, немножко он больше похож на Райну. Райну – это те, которые потенциально могут гулять из демократической партии, республиканскую и обратно. Также, если ты знаешь, у него есть сожитель, я сейчас скажу точно его имя, сейчас просто я не помню имена всех сожителей, Фрэнк Пунс. Фрэнк Пунс. Так вот этот Фрэнк, он молодой человек нетрадиционной ориентации, он, ты же понимаешь, он живет же с Полом, и еще ярый демократ и ярый антитрампист. Вообще, как это все складывается в одной ситуации, я как-то не очень себе понимаю. Они когда приходят домой, они что, они не разговаривают по поводу политики, или кто-то кого-то за что-то шлепает? Ну, так я не знаю, так именно кого, я не могу точно сказать. Не, а мы в Телеграме сейчас, поэтому можно сказать, он его жестоко наказывает животом по попе, скажем так. Ну, наверное, так, потому что я вообще не понимаю. Это кисец, наш вроде на вид, он мужиком, а оказывается, вот у него хазмат еще есть, или там хазмат. А вот F6, пожалуйста, поставьте, вот посмотрим на этого сожителя. Да, вот он, в принципе. Ну, все, возвращаем, долго не надо смотреть, а то влюбимся, не слишком, надо, слишком не красив. Не надо пользоваться маслом. Вот, так, это первое, что, поэтому, ну, это не главное, но это для меня это такой какой-то пунктик такой. Поэтому республиканцы, конечно, рознь. Во-вторых, ты же помнишь, что было в Конгрессе до того, как сейчас пришли республиканцы, демократы, во главе с Нэнси Пелоси, они устроили полный бардак. Я тебе скажу, что было. А в Нэнси Пелоси все дико боялись. Это такая вот ведьма, которая летала на метле по Конгрессу, и все ее шугались. Смотри, когда она приходила на заседание, я немножко простывший, и вот был какой-то закон, билл, который надо проголосовать, но не раздали людям бомбы, люди не успели прочитать конгрессмены. Что говорил Нэнси Пелоси? Знаешь, так, быстро проголосовали, потом почитаем. Некоторые говорят, а как, мы-то вообще-то голосуем за закон, мы должны как бы его почитать, на что Нэнси Пелоси сказал, не-не, быстро голосуем, потом разберемся. Это ее школа Зеленского. Зеленский точно так же делал там в начале, да. Они боялись, что они голосовали, не знают, за что они голосуют. Это очень удивительно, но это, к сожалению, точно опасно. Потом вторая вещь была очень нехорошая, то, что делала Нэнси Пелоси. И вообще, если спикер парламента кого-то не устраивает, то достаточно одному депутату сказать слово «против», и уже это как бы можно показать под расследование, что спикера убрали. А бабушка на метле тоже это убрала, все, и теперь уже нужна была коалиция из конгрессменов, чтобы было из демократической партии, чтобы были из республиканской партии. Ну, короче, такое качество набрать было невозможно, и спикера убрать можно было тоже невозможно. Это вторая вещь, что сделала эта ведьма. Третья очень важная вещь, вот когда голосовали за такие вот биллы, когда они не могли прочитать, то есть, допустим, голосовали за помощь Украине, допустим, да, там 20 миллиардов долларов дать Украине, к примеру. А потом выяснял, что в этот закон было вложено еще 10 миллиардов дать там, на борьбу с Пакистаном, что Пакистан нам не разрешает гендерных мальчиков, и еще что-то. Куда? Короче, в одном законе они впихивали много-много разных бюджетов, о которых никто никогда не читал, никто никогда не голосовал, и проталкивали это. Это третья вещь. И четвертая вещь.
самая такая, это вот как про бюджет. Они брали расходы не, вот на какие-то бюджеты, не зная, где они найдут деньги и откуда эти деньги возьмут. И вот эти 20 человек консервативных республиканцев, которых, самое интересное, назвали талибами. Ты знаешь, да, их назвали талибами? А почему талиба? Потому что, ну, типа, они террористы. Самое интересное, даже республиканцы внутри партии, Fox News и другие, они стали называть предателями, на них стали давить на них. Но эти люди, они реальные патриоты Америки. И они сказали, мы тебя не выпустим, и ты не будешь спиком, пока мы не договоримся именно вот по этим моментам. И в конце они договорились, потому что он понял, что если он хочет спикер палаты, а спикер палаты – это очень большой человек, ты понимаешь, да? Что, допустим, если вносит какой-то закон в парламент, надо же еще выделить день для этого закона. И, допустим, Нэнси Пелоси делала такие вещи. Она говорила, да, закон, конечно, хорош, но обсуждать и голосовать будем через 2 года. Понимаешь? А что там будет через 2 года, уже самого Пелоси-то не будет. Вот такие вещи они делали. И они сейчас заставили этого Пола согласиться под всеми ихними доводами, подписать все эти документы, чтобы он стал спикером парламента. И по новому закону, если он не выполнит то, что они ему сказали, то они могут его убрать оттуда, и он это знает. И вот все, что происходило. Такая тайная закулисье, и они далеко не предатели, они молодцы, это действительно консервативные республиканцы, которые действительно болеют за Америку. Это вот мага, это закон мага, let's make America great again. Понимаешь, что эти люди из мага. А вот такая вот ситуация у нас получается, и поэтому все, что произошло, произошло правильно, даже если было 15 или 20 голосований, такое же в Америке один раз было. Много-много лет назад. Ну, да, вот такая вот ситуация. Но демократы и часть республиканцев, они, конечно, их обзывали предателями и жали на них в новостях и везде. Вот то, что у меня был эфир на канале с Максимом Шевченко. На канале «Закон и порядок США», вот если будет умненький, мы, кажется, вот это тоже кусочек обсуждали, потому что было же предсказание Медведева, вот ты слышал, да, то, что в Америке может быть... Немножко, говорят, фантастическое, но, в принципе... Сейчас можно ничего не удивляться, да. Мы сегодня это обсудили с Максимом Шевченко, и это было интересно. Есть, вот он мне рассказал какую-то логику того, совсем, во-первых, не предсказание, это прогноз, и он мне пытался доказать на моем канале сейчас, что это есть этому какая-то, ну, какой-то логический смысл. И, знаешь, я послушал, действительно решил, это логический смысл, потому что сейчас на границе с Мексикой огромные деньги сидят. Деньги, картели, и все ждут, что произойдет. И ты знаешь, что в Мексике сейчас тут бои, боится Семенова? Это огромные бои сейчас. Ну, вот это да, да? Да, спецоперация такая определенная, и оттуда приходили кадры, что по большому счету солдаты, ну, или полицейские хорошо экипированы, они не просто проезжают для красоты, а действительно перестрелка идет. И для меня это, конечно, там бои, такое. Там бои серьезные идут, и полицейские вертолеты обстреливают. И никто не знает, перейдет ли часть мексиканской армии на сторону картеля. И вот мы с Максимом Шевченко тоже обсуждали, что, возможно, если начнется какая-то гражданская война, не дай бог, вот эти части картелей, они вмешаются в это. Потому что ты же не забываешь, что, допустим, в Техасе, в Калифорнии огромное количество мексиканцев, мексиканского населения. Понимаешь, в чем дело? Поэтому сейчас Америка немножко потрясывает, и посмотрим, что будет в 2024 году. Но вот то, что сейчас происходило в парламенте, это, конечно, очень интересно. И эти 20 людей, которые это сделали, они реально герои. И реально они войдут в историю, то, что они добились вот этого вот от этого Маккартни. Хотя он мне очень, очень не нравится как человек, как будущий спикер. Потому что, ну, я не знаю, если в YouTube этот канал не пойдет, вот о чем говорим, ну, вообще я очень отрицательно отношусь к таким людям, как husband and husband, понимаешь, для меня это муж и муж, это для меня уже какая-то патология, с которой лучше не иметь дела, значит, тем более, понимаешь, в правительстве. Нет, так они просто массажируют друг другу простату, это как бы... Простота украшает человека, вот. Но они как бы со своим акцентом воспринимают это. Ой, не надо, я дошучусь. Хорошо, но вопрос все-таки. Вот я просто, опять же, определенные параллели увидел с Украиной, да, когда там назвали правительство, вернее, скажем так, парламент Зеленского, назвали бешеный ксерокс, потому что, ну, вот просто вот так быстренько вот эти вот все решения принимались, новые законы, там никто их не читал, соответственно, и мы, по большому счету, даже не мечтаем, что эти люди по закону Украины будут притянуты до ответственности, то есть их как бы к ответственности притянут.
А вот Нэнси Пелоси, мне вот интересно, насколько элита неприкосновенна в США? То есть она неприкосновенна, и у нее все нормально будет, она доживет еще до более глубокой старости, либо все-таки там те 20 честных, скажем так, депутата из республиканской партии будет ее дожимать? Ты знаешь, что я думаю? Сейчас интересная ситуация в Конгрессе. Смотри, я так понимаю, что председателем комитета по обороне, это было его имя, это очень один из этой двадцатки. Это человек, который против любой помощи и военной помощи. И он, я так думаю, сейчас этим сильно займется, и Украина это себя почувствует. И вот тут, как вот мы сегодня общались с Шевченко, мы подумали, что вот тут вот эти вот республиканцы, вот эта вот двадцатка, они могут наехать на Зеленского, сказать, такую-то помощь, отдай нам Хантера Байдена. Uh-huh. Отдай нам информацию на Фекателя Пелоси, на всю эту кампанию. И вот перед Зеленским будет выбор. А когда-то Трамп к нему, помнишь, обратился, и он Трампа послал подальше? Помню. Еще как помню. Если честно, вот у меня еще такое ощущение, не все меня за это любят, что вот это Зеленскому украинский народ прилетела какая-то карма за это. Потому что тогда Трамп знал, что делать, и не было бы этой войны. Я буду повторять. Трамп бы эту войну не допустил. Он бы договорился бы. И, знаешь, очень странно все это выглядит, потому что такое ощущение, вот, Тарас, смотри, на Россию накладывают постоянно санкции, которые вообще не работают. Ты видишь, санкции практически не работают, да? При этом России помогает Иран, помогает Китай, Турция, помогает серьезно. Почему Америка никогда не попыталась сделать жесткие санкции против Турции, Ирана и Китая? Жесткие. Такие жесткие санкции, чтобы Турция и Китай они не помогали больше России. И вот этого по России ударило бы очень сильно. Но Америка этого не делает. А делает по двум причинам. По первой причине, потому что мы выстрелим сами себе в ногу. Как говорил Хазин на зло, мамят мои уже уши. А второе, все боятся, Америка боится развала России, и Америка боится ухода режима Путина. Очень боятся, потому что они боятся, что если не будет Путина, там начнется полный бардак, и что и ядерное оружие, и все остальное непонятно попадет кому в руки. Мне кажется, что Путин вполне устраивает американское правительство, все это игрушки. Кстати, я недавно скидывал видео, когда этот Линкольн, как он, если Москва, да, когда его утопили, mm-hmm. его, да. И выяснилось, что ЦРУ и НБ давали украинской армии, давали какую-то информацию по этому кораблю. И когда Байден об этом узнал, он истерически, они кричал в Белом доме, у него была просто истерика, и он запретил ЦРУ и НБ давать какую-то информацию украинской армии. По какой причине? Он говорит, вы меня устроили. F8 поставьте, пожалуйста, вот. Фотографию F8, просто Стив, я вот как раз хотел тоже задать этот вопрос, значит, здесь The Hill вышли с следующим таким анонсом, спойлером, значит, они говорят о том, что выйдет книга, которая наделает на самом деле очень много шума, она называется The Fight of His Life, Inside the Biden White House, значит, книга, которая будет рассказывать о самых таких щепетильных событиях и важных событиях, которые происходили непосредственно в Белом доме. И как раз они говорят о том, что вот в этой книге как раз и рассказывается о том, что ЦРУ помогало Украине вот при потоплении данного крейсера, и что, вот как ты говоришь, да, действительно, Байден был в шоке. Но это получается какая-то, ну, что это, как часто говорят, вот есть в России башни Кремля разные, то получается и в США вот существует какая-то вот такая определенная разрозненность, что если Байден не до конца знает, что делает тот или иной человек, то, следовательно, это немножко такая вот несбалансированная команда. Я так как мы на телеграм-канале, я курю у тебя в эфире, а не на ютубе. Поэтому на ютубе ты мне запрещаешь это делать. Нормально. А сегодня можно, я так понимаю. Если мы говорили про простату, по Маккартни, то уже как бы нормально. Да, я так думаю, что спецслужбы, когда работают, не предупредив президента, это неправильно. Это далеко не правильно, так не должно быть. Президент должен знать, что делать его спецслужбы. Но у Байдена реально была истерика по этому поводу, потому что он реально боится поругаться с Россией.
Все они реально боятся, и они реально не хотят этого сделать. Поэтому, я думаю, дальнейшая помощь Украине будет такая пассивненькая. Знаешь, сейчас вот, когда все это вступит, она будет ровно настолько, чтобы Украина не проиграла, но не чтобы она выиграла. Понимаешь, это будет вот такое вот какое-то... Я считаю, что это очень плохо, потому что лучше никакой помощи, чем такая помощь, потому что это человеческие жертвы, это погибшие люди, и на года растянутая какая-то непонятная война. Поэтому лучше, чтобы они уже не помогали. Чем помогать, они, как они сейчас они делают, это очень... А еще будет намного хуже, понимаешь? Поэтому... Ну вот здесь опять же я хочу вернуться к договору, который заключили, значит, правые республиканцы и непосредственно новый спикер Палаты представителей Конгресса. Значит, сокращение помощи армии на 75 миллиардов. И я понимаю, что по большому счету это, конечно же, отразится. Я хотел задать вопрос, а отразится ли это, ну, знаешь, так включить такого наивного украинского хлопчика. Но оно, конечно же, отразится. То есть, и, следовательно, ну, нормальное государство, нормальное, которое интересуется собственными, пытается решить собственные проблемы, оно не будет отбирать у своего народа, у своей армии или что-то. Но это будет означать, что контингент, допустим, который там в Европе находится, либо непосредственно Украина, они скукожатся, это военная помощь. И в тот же момент, вот просто хочу задать вопрос, вот мне непонятно, то есть, опять же, мы будем о какой-то разбалансировке определенной говорить. Кондолиза Райс, она, ну, всем известно, это бывший госсекретарь США при Буше-младшем, следовательно, республиканка, да, то есть, ну, вот, по идее, она должна идти в ногу со временем, с партией, но она говорит, что положение настолько, это, чтобы вы понимали, это изданию американскому Washington Post было заявлено, что на данный момент бедственное положение на Украине, и что необходимо действовать именно вот сейчас, помогать, потому что она отмечает, что военный потенциал и экономика страны в данный момент находится в полной зависимости от помощи США, ну, Запада в частности. По этой причине вот она говорит, что необходимо прямо вот сейчас, либо уже будет поздно. Ну, у нас такая шутка ходила по Кондолизе Райс, я извиняюсь. Нормально же Кондолизой не назовут. Понимаешь, я еще раз говорю, что я не знаю, я понимаю, у них каждое свое мнение, вызывает свое мнение, но ее мнение ни к чему не приводит, она может только говорить и говорить. Я знаю только одно, что мы слишком глубоко влезли в Украину, в Соединенные Штаты Америки, слишком много денег потратили, хотя это меньше, чем на Афганистан. Вот. Но и тогда ситуация экономическая была другая, и сейчас вот эта вот помощь, которая идет на Украину, она очень сильно бьет по американским гражданам. Чем дальше, тем будет больше и хуже. И я не знаю, насколько Америка, не включая опять станок и не запуская вот эти вот деньги, печатание и приводящие к огромной инфляции, насколько Америка еще долго это может делать. Я думаю, что республиканцы сейчас это будут прекращать, и Украина это очень сильно почувствует на себе. Вот это действительность такая. А то, что они говорят, это они просто говорят. Поэтому... И, кстати, я хочу всех попросить, приходите на мой канал «Законы о порядке в США», и вот тут есть линк за тем роликом, и там как раз тоже эти обсуждения с разными гостями. Извини, что я сказал это у тебя. Нет, все правильно. И телеграм-канал также называется «Законы о порядке в США». Да, с Михаилом Хазиным и Максимом Шевченко. Да, поэтому заходите. Там когда-то и я появлялся, да. Да, но ты сейчас не приходишь, ты занятый человек, у тебя такой канал высокий. На следующей неделе будет Геворкян, она будет, кстати, разговаривать про этот, мы будем говорить про эту эрию, про эту вот там Турцию и все остальное. Но я еще раз говорю, смотри, если бы Америка хотела явно навредить России, они бы сделали жесткие санкции против Турции и Китая. Они этого не делают. А делают в итоге против Европы, если так брать по факту, да? Потому что Америка не нужна сильно Европа. Понимаешь, это идет раскулачивание Европы. Я извиняюсь, я тебя перебил тебя. Это идет раскулачивание Европы, и я думаю, что очень скоро Евросоюз, наверное, будет разваливаться, и евро как валюта, наверное, не будет ее. Потому что это все в разные стороны тянется.
Да. Самое интересное, просто в свое время мы обсуждали персону Кондолизы Райс вместе с Дмитрием Джангировым, и он говорил, что она весьма интересный персонаж, который на самом деле она была изоляционистом до трагедии 11 сентября. И ее политикой, запиской, которую она присылала непосредственно Бушу-младшему, эти записки говорили о том, что надо сфокусироваться на Китае. Это, извините меня, 2000 год. Она на самом деле очень умная женщина. Если вы разберетесь именно в уровне ее образования, она знает русский язык, она знает вообще, в принципе, она специалист по России, по странам бывшего соцлагеря. Вот она говорила, что необходимо уже уходить из Европы, то есть не тратить как бы свои деньги на содержание баз и всего остального, но заниматься Китаем. Вот основная проблема. Но после того, как случилось то, что мы видели 11 сентября, то политика, скажем так, повернулась, как хвост виляет собакой, да, вот фильм. Вот и здесь то же самое. Это все немножко было по-другому сыграно. Поэтому, да... Я так понимаю, если мы говорим о том, что госдолг, допустим, порог госдолга не будет увеличиваться, это тоже определенный путь к политике, скажем так, америкоцентризма. Да? То есть, что я просто, опять же, я вижу параллели с Советским Союзом, да, мы всем там должны помочь, мы там должны страны Африки, значит, Ближнего Востока, деньги, кредиты, вы коммунисты теперь, да, мы коммунисты, пишульме, и все. В итоге Советский Союз по большому счету надорвался, и потом Америка говорит, о, теперь мы должны надорваться, Вовремя, наверное, надо остановиться. Но понимают, насколько американцы, насколько они понимают, что надо вот заниматься, как бы, как доктрина Монро, да, мы в нашем полушарии хороводим, а вы в своем. Я думаю, что большое количество американцев вообще не понимает, что происходит, и как-то до Украины далеко и глубоко, из глубинок они, наверное, многие даже, наверное, и не понимают, что это такое. Но образованные люди, элиты, иммигранты, а хотя страна иммигрантов, вся вообще, они, конечно, понимают, что что-то у нас происходит не так, что у нас есть прибывшие Америки, это Мексика, где у нас полностью идет уже после чуть не военный конфликт. И это может все привести к войне и с Мексикой, и с картелями, и на границе скопилось огромное количество народу. И вот Камала Харрис первый раз, она была ответственная за границу с самого начала выборов. И вот эта тупенькая тетя, ты же понимаешь, если я здесь могу сказать, извините, я Камала Харрис, по-моему, кроме того, что брать защеку, больше ничего в этой жизни не умеет, она так попала и в политику. Я извиняюсь, так я так грубо говорю, но она попала как? Она попала через постель. Она далеко не политик, она тупенькая, она просто хорошо, видно, может что-то в постели делать. Поэтому через своего любовника, который протаскивал ее везде, она была отвратительным прокурором, ужасно прокурором, от нее все плакали от нее. Она была, она вообще, ну это ужас какой-то. И сейчас, в данный момент, кроме как хихиканьем, она больше ничего, да. Ее протаскивали, и она протаскуха, да. Вот. Ее протаскивали. Ну да, как говорил Владимир Владимирович Путин, как это женщина... Низкая социальная ответственность. Низкая социальная ответственность, вот. И старик, больную ногу. Вот они сейчас вдвоем поехали вчера на границу. Чего они так рванули, непонятно. Как говорит Шевченко, наверное, метамфетамин у них закончился, пить нечего. Вот, поэтому такая ситуация. Конечно, Кондолизу нельзя сравнить с Камалой Харрис. Она была намного умнее, образованнее, намного сильнее политиком. Не могу эту политику вообще не назвать. Поэтому еще говорю, что ситуация такая, что американцы уже многие стали понимать, стали задавать вопросы своему правительству и нашему правительству. Я надеюсь, что вот эта новая группа конгрессменов, которые парламент, они остановят вот это вот беспочвенное, неконтролируемую отдачу денег, финансов, непонятно куда, наверное, на Владимира Кокосовича, на кокаин. Потому что, я так понимаю, для нормальных людей, для людей, кому нужна помощь, для гуманитарных помощи, для всего это просто не доходит. И все разворовывается вот на контейнер с кокаином, который недавно, слышал, в Одессе, да, задержали пару контейнеров с кокаином, я слышал, вот такое дело. Ну, да, я детали да. не знаю, но что-то у Зеленского не так сработало, и как-то это... Что там было? Задержали эти два контейнера? Ну, задержали... Ну, теперь в контейнере все осталось, как было, а у Зеленского немножко недобор в ноздрях.
Но вот мне что интересно, действительно, сейчас как-то вот активно очень рванули на мексиканскую границу, но вот здесь почему Джо Байден все-таки решил поехать, а не отдыхать? Потому что ну, у меня этот вопрос возникает в связи с тем, что республиканцы, они подсчитали, сколько Джо Байден, F7, пожалуйста, да, сколько времени проводит на работе, а сколько не на работе. Так вот, получается, что он самый долгоотдыхающий президент в истории США. И это в связи с тем, что, наверное, как бы, ну что, все нормально, можно и отдохнуть. Дистанционная работа. Все нормально, денег ноль, да? Да, да. Все нормально, денег ноль. Ты понимаешь? Ну, что ты хочешь от дедушки? Ну, камон, ну, серьезно, он глубоко больной старик, который не понимает, где он находится. Он утро просыпается в Белом доме, и, наверное, первый вопрос, кто я и где я. Ну, что ты не хочешь? Его вывозят туда, я думаю, не отдыхать, а подлечивать, подкапливать под капельницами или что-то еще, или что-то у него там вкачивают, и опять его вывозят. Потому что если он бы так долго находился, то он умер бы давно уже. Поэтому... Вот кто управляет? Вопрос, кто управляет, когда он на отдыхе? А управляет Обама и его команда. Я вообще думаю, что Белым домом управляет Обама. Поэтому это единственный президент, который после того, как он ушел на покой, на пенсию, он никуда не уехал. Он остался в Вашингтоне, он купил там дом. И вот у меня такое ощущение, что Байден и его вот администрация периодически бегают к Обаме на, как на планерочку такую, где Обама им говорит, что делать, и как делать, и что. И там же вот Клинтон, что вся эта коррупционная бандитская, они же бандиты все. Семья Клинтон – самая коррумпированная страна Америки была до семейства Байденов. Теперь эти тоже самые. Ну и семейство Нэнси Пелоси. Вот эти вот три такие коррумпированные семейки – это мафия, это Коза Ностра отдыхает, это, я не знаю, это японская якудза отдыхает, они все отдыхают. Это такая мафия, такие бандиты, что даже, знаешь, об этом говорить даже иногда страшно бывает. Ты же помнишь те люди, которые хотели дать показания на Клинтона? Были такие люди, где да, очень много человека. Ну и с ними что-то случалось, они все это, наверное, плохо, проклятие. Да, это просто они заговор. Все, что, там, такие акты были интересные, знаешь, выстрелил сам себе в шею, понимаешь, упал на нож, один пошел там хайкинг в горы, и там пара агентов ФБР тоже как-то застрелились от тяжелой жизни. Все, кто хотели дать показания против семьи Клинтонов, они плохо закончили, также против семьи Байденов. Поэтому, ну что, вот тут мафия правит там. Я надеюсь, что в 2024 году все-таки вот этот дядя, который сзади меня висит, все-таки придет, потому что больше некому, вот реально больше некому. Нет такой сильной фигуры, которая могла бы бороться с этим болотом, этим Вашингтонским болотом. Никто не будет этого делать, кроме Трампа. Никто себе этого позволить не может. Поэтому в такой действительности мы живем. Посмотрим, что будет дальше. Ну, мы сегодня немножечко говорили о Мексике, да, о Латинской Америке, следовательно, там неспокойно. Мы знаем, что также после выборов в Бразилии есть определенные такие подвижки, и непонятно, кому это надо, потому что Америка вроде бы говорит, нам это не надо, все остальные тоже говорят, что нам это не надо. Неужели это какое-то народное волнение, там, это сторонники Болсонару выходят и говорят, Луи де Сильва, нам ты не нужен. Как вот думаешь, это просто вот оно само собой произошло или что-то за этим стоит? И еще вопрос, почему Хуана, Гуайдо перестали поддерживать? Вот F10, пожалуйста, просто некоторые люди могли забыть, как он выглядит. Вот Хуан Гуайдо говорит, почему меня уже не поддерживают демократы? Что происходит? Хватка за Латинскую Америку уже не так держится, уже как бы она не так интересна, или почему вот какой-то там хаос начинается? Ну, во-первых, когда в доме нет сильного кота, мыши как бы разбегаются или наоборот приходят и забирают все, что есть. Во-первых, возьмем то, что случилось в Бразилии, да, у нас случилось? Смотри, какая ситуация. Раньше Белый дом был в такой ситуации, когда люди пришли в парламент и попросились, как бы, чтобы ушел президент, они бы этих людей поддержали. Они бы кричали, что это демократия, так должно быть и все остальное. Сейчас, после того, что произошло в Вашингтоне, только они попали сами под раздачу, они так себя уже не ведут. И смотри, уже они осудили тех людей, которые пришли, они осудили народный выбор. Это же был народный выбор, пришли же люди, это что же народ?
Теперь они себя ведут по-другому, потому что они могут только осуждать других, когда их это не касается. А так как сейчас их это сильно касается, поэтому они стали осуждать такие вещи, что мне повторилось то же самое в Америке. Что происходит в Венесуэле, я тебе не могу сказать, я не сильно знаком с этой ситуацией, если честно. Но, возможно, президент Венесуэлы что-то сделал, то, что правительству Байдена не понравилось. Может, он послал его подальше, его же неадвоката послали Байдена везде, куда он приезжал, пытался договориться. Ты же помнишь, да, он ездил, по-моему, в Венесуэлу ездил, и к арабам ездил, везде послали подальше его. Может быть, я не могу кстати, сказать, почему они так себя ведут, но видно что-то, то, что нужно было вот этой банде, которая сидит в Белом доме. Ну да, получается, ну Гуайдо это как бы типа непризнанный кандидат, который как Тихановская, да, а видимо Венесуэла согласилась на какие-то поставки нефти, которая могла бы быть использована. Ну, скажем так, какие-то подвижки, они действительно видны, но интересно, чем это все будет заканчиваться. И интересно, возьмутся ли действительно республиканцы за демократов, будут ли они догонять за эти выборы. И, знаешь, много было разговоров по поводу того, что, слушайте, ну, на самом деле, вот этот весь, вся эта политика, она продлится, значит, договорятся по поводу там всяких различных откатов. А я вот себе просто вот думаю, но республиканцы же должны понимать, что если они, допустим, там, ударят по рукам с демократами, то их ну, больше не выберут. И учитывая то, что у демократов... Ну, республиканцев не выберут. Демократов больше не выберут. Не-не-не, у демократов все будет хорошо. Если республиканцы как бы договорятся с демократами, то с учетом того, что... В самых честных выборах у демократов есть такие маленькие преимущества в виде Фейсбука, там, различных масс-медиа, то это же просто будет смертельно для республиканской партии. Я с тобой вполне согласен, я тебе больше скажу, что если на выборы в 2024 году республиканцы все-таки проиграют, то это будет большим крахом для американской демократии, и я все-таки думаю, что у нас начнется какая-то однопартийная система, потому что вот эти вот выборы последние показали, насколько республиканцы слабы, а слабы, потому что они себя ведут как политические проститутки, как называл Троцкий, как называется профессия, политическая проститутка, понимаешь, потому что очень много республиканских и демократических семей, они переплены между собой на браках, на семейных узах, на бизнесах. И вот только вот эта двадцатка экстремистов, как их называют, хотя это вот те правильные мага-депутаты, которые вот реально вот хотят хорошего для Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что в республиканской партии должна быть чистка. Серьезная чистка. И Трамп должен это сделать, устроить. Многие должны его вылететь оттуда. И если эта чистка произойдет, но, к сожалению, вот этот Пол Маккарни, который стал спикером, это очень... Я не считаю, что это хорошо, потому что да, он обещал, да, он будет делать, но это очень крутая должность. И как он споется с демократами... Понимаешь, он уже побежал к демократам, ты знаешь, да, когда вот последний момент, он попытался теперь с демократами начал договариваться, когда его республиканцы не поддержали. И он там, знаешь, он хитрый, он райный. И нашим, и вашим, это самые страшные люди. И лучше люди, которые или не вашим, или не нашим, а те, которые туда-сюда, это вот как раз вот его стиль жизни с его бойфрендом, ветляние попой. Вот он попой ветляет там бегает. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Мы можем только думать, чтобы дальше покажет история. Если нас с тобой не посадят в течение 2 лет, знаешь, мы выиграли. Ну, если что, приезжайте к нам. К нам не скажу куда. И вот самый вот последний, мы сейчас уже заканчиваем, вопрос. Ну, мы опять же вернемся, как говорится, в самое начало. Значит, был подписан договор о том, что надо тот-то, тот-то, тот-то пункт выполнить. А вот Маккартни, он же станет, Маккартни станет по большому счету третьим, да, наверное, человеком в США по значимости. А как они смогут вот ему что-то предъявить? Вот, допустим, он не выполнил какой-то пункт договора. Что они ему скажут? Подавай в отставку? Либо, ну, вот инструмент. То есть, есть договор, а есть, там соответственно... Есть? Там есть инструмент. Поэтому они заставили это подписать эту бумагу. И вот чего Пелоси же убрала. Я тебе помнишь, говорил, что раньше достаточно один парламентер, всего один, скажет, что...
не устраивает его спике по ламе, то идет расследование. Потом Пелоси это убрала, и надо было там, по-моему, огромное количество коллеги, там 20, а сейчас они заставили это поменять. И сейчас, если он не выполняет, то любой депутат может поставить его под сомнение, и начнется расследование, и он должен будет уйти. И, конечно, можно сделать все, можно поменять конституцию, можно вести полицейские подразделения, арестовать депутатов, понимаешь, но это же будет в открытую, это вот то, что приведет к гражданской войне, точно. Поэтому я думаю, что вот этот инструмент есть, и он об этом знает, что он подписал бумагу, что если он не выполнит, то ему придется уходить, или будет расследование специального комитета Конгресса по его поводу. Ну, ладно. Поэтому вот так вот. Будем тогда следить, будем, как говорится, посмотреть за этим всем. Вообще интересно, интересно. Уже несколько стран, за которыми теперь интересно наблюдать. А то только Украина, Украина, боже мой, как это скучно. А сейчас уже разнообразие. Как говорится, было однопартийное представление в виде Украины. Ну, сейчас уже и США есть. Да. Тарас, большое спасибо, что пригласил. Еще раз, у нас завтра будет Хазин. Приходите к нам на канал «Законы о порядке в США» с детективом Стивом Дудником. Линк мы скинем, у вас есть. И большое спасибо, что ты приглашаешь в гости. Я жду тебя в гости. Я вообще хотел давно... Кстати, можно тебе вопрос такой задам? Мои слушатели постоянно спрашивают, с Джангировым можно эту тему говорить или нельзя? У него все нормально? Все нормально, все хорошо. А именно конкретно говорить не будем. Но все хорошо, ребята, не переживайте. Все... Большой привет ему от наших слушателей. Да, передаем большой привет. Все, и встретимся на новых встречах с тобой. Спасибо большое. Да, да. Все. Прекрасного вечера. Спасибо огромное. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Стива Дудника, пока его не заблокировали, пока демократия не настигла его. Значит, «Закон и порядок в США» YouTube-канал, и также Telegram-канал тоже «Закон и порядок в США». Очень просто. И не забывайте, есть... вот Тарик Ньюс еще есть, замечательный телеграм-канал, можно зайти и узнать какие-то интересные актуальные новости. И также поделиться своими новостями. Если у вас есть интересная новость, если вы видите, как вашего соседа ведут в военкомат, снимайте, присылайте нам. Значит, есть Тарик Ньюс, ссылочка на редакторов, вот им присылайте эти все новости. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал «Мрия». Именно с этого телеграм-канала сейчас ведутся вот такие вот замечательные трансляции. Вот, вы можете смотреть. Много Тариков. Тариков еще больше сейчас будет. Да, максимальное количество. И это все на нашем телеграм-канале. Также на нашем сайте mria.news. Мы будем везде. Так что, как говорится, офис президента, задолбайтесь пыль глотать, чтобы нас где-то... убрать из эфира. Мы не каналы Медведчука. Мы, грибы, которые спорами развиваются и приносят людям добро. Все, дорогие друзья, хорошего вам вечера. Не живите в иллюзиях. Слушайте нормальные новости адекватных людей. Развивайтесь и будьте счастливыми. Вам пока. Увидимся скоро здесь же.